Во время акции вы приходите и сдаете 9 мл венозной крови. Ваша кровь отправляется в НИИ трансплантологии, там ее типируют по фенотипу. И в случае, если вы совпадаете по фенотипу с больным человеком, вас приглашают уже непосредственно на забор вашего, ну да, мы просто это называем костный мозг, на самом деле это в любом случае либо забор венозной крови, либо это такая очень легкая пункция из бедренной кости. Заканчивается больше нет соты тогда.